Это телеканал «Ноябрьск-24». Здравствуйте. Сейчас о главных событиях пятницы. Строительство завершено, территорию благоустроили. В Ноябрьске открыли новый участок дороги. Не чистили ни крыши, ни дворы. На проспекте Мира жители нескольких домов сетуют на плохую работу управляющей компании. И праздник начинается. Защитники Отечества принимают слова поздравления. В Ноябрьске еще 4 группы в детсадах и 1 класс в школе закрыты. Причина – рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. Разобщены по одной группе в детских садах – «Аленький цветочек», «Золушка», «Ручеек» и «Колокольчик». Занятия не посещают и ученики 3-го В класса школы номер 2. Как уточнили в департаменте образования, карантинные мероприятия продлятся до 1 марта. Ранее были закрыты на карантин 2 группы в детском саду «Улыбка». Ограничения там введены до 26 февраля. Стали известны примерные сроки переезда психоневрологического диспансера. Сегодня он расположен в здании по проспекту Мира. Переедет же в здание бывшей женской консультации. Случиться это должно в первом квартале этого года. Задержка произошла в связи с неполным соответствием помещения всем эксплуатационным нормам. Об этом сообщил в своем официальном письме главный врач ПНД Александр Кетов. Сейчас в здании по улице 8 марта 6 идет ремонт, женская консультация. Переехала из него еще в конце 2017 года. Почти сразу стало известно, что освободившиеся площади займет диспансерное отделение ПНД. Избирательную систему Ноябрьска ждут серьезные перемены. Число народных избранников в представительном органе увеличится. В следующем созыве их будет не 25, а 26. Кроме того, поменяется и схема избирательных округов, и способ представления интересов жителей в городской думе. Раньше избирательных округов было 25, от каждого представительный орган выбирался один депутат. Теперь их станет 6, но жители будут выбирать в думу по несколько депутатов, в зависимости от количества населения в каждом округе. 4 центральных городских округа будут делегировать в Думу по 5 депутатов. Еще 2 округа, куда включены Оболонь, Дальний СМП, Вангапуровский, а также Самострой, выберут по 3 депутата. Система как таковая, она не меняется, лишь расширяются возможности представления интересов. Да, вот еще раз скажу, что в многомандатной системе жителей округа этого будут представлять многомандатного несколько депутатов. Соответственно, у них больше возможностей представления интересов. Новую дорогу на улице Советска открыли для проезда транспорта. Участок длиной 655 метров соединяет улицы Советскую и Магистральную. Улица Советская, участок протяженностью 205 метров. 8-10 дорога между 8 и 10 микрорайоном составляет 450 метров. Также выполнены работы по установке опор освещения и торшерного освещения. Общее количество опор установленных составляет 96 штук. На новом отрезке дороги установлено несколько светофоров. Первый на перекрестке улиц Советская и Цоя, а второй на Магистральной при выезде с новой дороги. В социальных сетях многие водители уже посетовали на то, что времени на проезд на обоих перекрестках слишком мало. Эксперты уверяют, это временное явление, которое продлится не больше 3 недель. В настоящее время светофорные объекты работают в тестовом режиме. Дополнительно будет проведен мониторинг транспортного потока. И после этого уже будут внесены изменения и корректировка в работу светофорного объекта. А перед перекрестком Советская Цоя появился знак движения прямо. Действует он до перекрестка. Данный дорожный знак запрещает поворот во двор. На самом перекрестке движение разрешено как прямо, так и направо. Жалобы на отсутствие уборки снега во дворах продолжают поступать на портал «Мой Ноябрьск». На этот раз свое обращение написали жители дома 56 по проспекту Мира. Этот дом обслуживает статус 2. По словам собственников квартиры, очистить крышу здесь обещали еще в прошлом году. Но пока ждали обещанного, снег обрушился сам. Территория около подъездов также не убирается уже долгое время. Алло, здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, когда подъедут двор на Мира 56 чистить? Я не могу вам сказать, когда, потому что закрыт полигон. Нам некуда вывозить снег в данный момент. Как только полигон откроется, так сразу возобновим все почистки. А когда откроют полигон? Я не могу вам сказать. В понедельник вроде как обещают. Будем узнавать в понедельник. Ну а график есть вообще? Мы в графике стоим? Вы в графике стоите, но мы уже от графика отошли. Последний раз чистили в ноябре прошлого года снег. Звонила в статус 2 пару раз.
Они, то у них техника была сломанная в январе, потом у них сразу холода начались. Теперь опять звонила, когда холода закончились. Опять у них что-то сдвинулись графики, так мне не могли сказать, когда они приедут по графику сейчас. Придомовая территория, как нам пояснили в управляющей компании, действительно убиралась только в декабре прошлого года, и сейчас есть необходимость в ее очистке. Но снегоуборочным работам сначала мешали морозы, а на этой неделе закрыли полигон по приемке снега. Как только он откроется, заверили нас, начнутся работы по очистке. Но точных сроков так и не назвали. Что касается крыши, то необходимости в ее уборке на данный момент нет. У нас, да, у нас идет по приложению, что мы должны два раза проводить осенний-весенний осмотр, да, и по необходимости убирать крыши, да. То есть на сегодняшний момент, я говорю, если там какая-то угроза жизни или еще что-либо присутствует, нашими специалистами вызываются верхолазы, потому что там просто так это все не уберешь, и производится уборка данных крыш. Крыши или сейчас там строение. Угрозы нет, да? Там... Угрозы нету пока. Ни наледи, ни сосулек там на данный момент не было обнаружено. Символичные кружки, сувениры, картины, открытки. Особенно жарким 22 февраля выдался для мастерской печати. Несмотря на то, что в преддверии праздника практически месяц не выключались станки и не прекращались мозговые штурмы, идеи для оформления мужских подарков, в канун праздника работы меньше не стало. В мастерской печати работают, как говорится, до последнего клиента. И несмотря на то, что 22 февраля повсеместно короткий рабочий день, здесь продолжали принимать заказы. Вот эти, к примеру, кружки в руки владельцев попадут чуть ли не из рук самих мастеров. Мастерская печать работает каждый будний день по адресу Мира, 78В. «Газпромнефть» подвела итоги работы за 2018 год. Компания укрепила позиции в тройке лидеров по добыче углеводородов в России, нарастив показатель до 93 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Чистая прибыль за 12 месяцев – почти 380 миллиардов рублей. Увеличилась и реализация бензина на АЗС «Газпромнефти». Комментируя результаты работы, председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков отметил, что устойчивый рост финансовых показателей дает возможности для успешной реализации инвестиционных программы компании. В 2019 году мы продолжим стремиться к максимальной эффективности всех бизнес-процессов, применяя новые технологии и гибко реагируя на конъюнктуру рынка. Александр Дюков избран новым президентом Российского футбольного союза. Выборы состоялись в пятницу 22 февраля в Москве на внеочередной конференции РФС. Глава компании «Газпромнефть» Александр Дюков был единственным претендентом на этот пост. Выдвижение его кандидатуры в декабре поддержали более 20 субъектов футбола. Ранее Александр Дюков заявлял, что не собирается принимать революционных решений в вопросе развития российского футбола, а свою деятельность планирует начать с развития детско-юношеского футбола. На Ямале отмечают День оленевода. Волна праздничных мероприятий продолжится практически до середины апреля и пройдет в 23 населенных пунктах – от Нового Уренгоя до Нового Порта. Самыми первыми День оленевода отмечают в фактории «Карнат». Там торжество проходит 22-23 февраля. Затем национальный праздник состоится в Надыме, Харампуре, Муравленко, Ханыме и Сияхе. Ноябрьский день оленевода праздновать не будут. Тем не менее, у жителей города есть возможность принять участие в торжестве. Ближайшая точка – Муравленко. Там день оленевода пройдет 16 марта. Более подробную информацию о программе празднования можно получить на сайте nordfest.com. В преддверии Дня защитника Отечества в Ноябрьске поздравили участников боевых действий, которые сегодня работают в «Газпромнефти». В зале городского дворца культуры «Русь» те, кто прошел Афганистан и Чечню. Многие коренные ямальцы. Несмотря на то, что минул не один десяток лет, говорить о тех временах не любят. Но признаются, сейчас хотелось бы посмотреть на места, где воевали. Со сцены в этот вечер звучали слова поздравления и пожелания крепкого здоровья. Такие встречи в преддверии 23 февраля для компании уже добрая традиция. Сказать вам большое спасибо, человеческое спасибо, что вы продолжаете трудиться. Единственное, хочу вам пожелать всего, что можно. Вот я всегда говорю, три вещи, которые нельзя купить. Это здоровье, любовь и веру. По молодости она интересна была. Попасть в чужую страну, то есть на то время это было
1362 год, что ли, у них числился по календарю. Но как бы другое измерение. Если происходили случаи ранения или погибали наши товарищи, это, ну, как бы не сглаживается. А сотрудники госавтоинспекции вместе с юными инспекторами дорожного движения провели поздравительную акцию. На улице Шевченко представители ГИБДД останавливали автомобили, но не для того, чтобы выписать штраф. Дети поздравляли водителей с праздником, вручали памятки по безопасному вождению и напоминали о необходимости перевозить детей в специальных удерживающих устройствах. Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжит прогноз погоды и рубрика «Происшествия». Не переключайтесь.